Отрывок из поэмы Зоя Маргарита Алигер. Хозяйка детей вела в закут. Пахнет капустой, скривился муж. Мам, за что они ее бьют? За правду, дочь. Тише, тише. Мам, глянь-ка в щелочку. Глянь, у нее сорочка в крови. Мне страшно, мама, мне больно. Тише, доченька, тише, тише. Мама, зачем она не кричит? Она, небось, железная. Живая бы, давно закричала. Тише, доченька, тише, тише. Мама, а если ее убьют? Стало быть, правда, убили тоже. Тише, доченька, тише. Нет. Девочка, слушай меня без дрожи. Слушай, тебе 11 лет. Если ни разу она не заплачет, что бы ни делали изверги с ней, если умрет, но не сдастся, значит, правда ее даже смерти сильнее. Лучшими силами в человеке я бы хотела тебе помочь, чтобы запомнила ты навеки эту кровавую страшную ночь. Чтобы чудесная Зоя носила, как вдохновение тебя носила, стала бы примесью крови твоей, чтобы, когда ты стала большой, сердцем горячим, верной душой, ты показал, что помнишь.